Добро в пасть, господа, с вами снова я, ШУС, с полиции, 71 день, 23 сентября. Полиция подумала, да-да, это мы, собственно, эти там цыплят по... Без корня и трава нет. Блин, там же было цыплят по осени считают. Ладно, неважно. Видимо, все время новая штучка. Так, меня пригласили в массовку в одном ТВ-шоу, если я мечтал попасть на вилле, можно мне отгул? Нет, нельзя. Магазин сегодня большой распродажи, не хочется упускать такую возможность. Да ты что, издеваешься, не бери, это же работа. Сегодня бесплатный вход во все музеи города, я большой гуманный список, можно... Да нет, Сесиль, ну вы чё? Парни, вы чё? Вы вообще нормально себя чухаете? Так, надо бы Жмыхов переводить в другую смену. Немножко. Пара скинув мозгами. Так, Эверетс, Вандал. Тут смена крепкая, бля. Надо кого-то из них повысить, только я не знаю кого. Давайте, Сесилю, 1015. Здорово, убийца, бля. Чтоб ты сильно не расстраивался. Так, что у нас тут? Белый русский. Белый русский. Все как всегда хорошо. День начинается. Так, прежде всего хочется мне мотель серийное убийство. 33-летняя Джудит Пирс, бывшая секретарша мэра, вот за что купила в номере отеля. Сват, Ньюбери, Мозер. Хотя нет, блядь, надо отправлять вас каких-то, вон, двоих туда. Так, похороны. Этот мужчина достанулся своему городу, сегодня его похоронили с армейскими почестями. Очень жаль Йоргенсена. Похороны Тремейна, этот мужчина достанулся своему городу, будь здоров. Похороны, мол, это женщина. Как мне жаль, что ее взорвали ловушкой. Остин, черная, как ее душа, не интересует. Прибавочка есть. Детектив есть. Что у нас еще? Есть. О, вот это офицер! Это же я! Бля, что тут делаю я? Так, секунду. Запросы слот для офицера. Великолепно. Так, персонал. В смену Б нужно мигом просто купить этого убийцу. Убийца куплен. Дальше нужно посмотреть, кого бы можно было навернуть по-быстрому. Уайт. Уволить, она уже старая. Можно? Нет, нельзя. Черт, незаконно увольнять никого не хочу. Тут, в принципе, полный порядок. Вот только избавиться бы от двух жмыхов, Шену, и взять вместо них парочку... Вот только писи. Ладно, может кто-то отъедет, кто его знает. Детективы. Детективы вообще ничего не интересно. Все жмыхи. О, какая громкая музыка. Сделаю-ка я потише. Так, ну и по персоналу. Слушайте, я даже не знаю, вроде смена теперь-то укомплектована нормально. Никого никуда перекидывать не надо. Везде всех хватает. Детектива разве что купить, но детектива пока... Ну, еще два детектива можно взять. Вот, 210, в принципе, нормальный профи. Профи своего дела, возьмем их... В смену А надо одного профи. Ну, полупрофи. Нихуя не профи. Профи это Ньюбери. Так, остальных пока оставим. Секунду, у меня что, есть еще место для, бля, детектива? Я проебал? Да, у меня есть место для детектива. Вот же убийца в смену Б. Все, готово смена. И спецназ могу улучшить. Эй, 4 раза в день работаем, парни. Надо что-то делать. Бля, смены жесткие стали, наконец-то. Должен этот момент. Парк Дизайр. Прокушение убийства. Девушка утверждает, что только что в парке с ней гнался маньяк. Дантист. Я слышала звук дрели и видела, как его глаза сверкнули дьявольским огнем. Да, ясно, блядь. Что происходит? Найдены кадры. Дон, открыть расследование. Джек, видел твою пресс-конференцию. Хорошо выглядишь. Так и не скажешь, тебе скоро на пенсию или в могилу. Так, что у нас тут? Улика. Либо в наручниках, либо лентой, либо веревочкой, блядь. Наверное, где-то на кладбище. Вот мы видим человека, это, видимо, труп женщины. Убивается муж по ней, копатель. Наверное, на кладбище надо ехать, мне так кажется. Давайте по очереди. Что это? Серийное убийство, ночной клуб. Люцифер in the Sky with Lizard. Так, это Макпай. Здесь дантист мог прятать улики. Макпай? Нет. Дальше. Ритуальные услуги Атланта. Явно надо съездить. Дальше, страховая компания Break a Leg, не думаю. Люцифер in the Sky with Lizards, ну хуй его знает. И Джим Баттон, пекарня и пригород. Просто пригород. Давайте для начала в компанию ритуальных услуг бюро. Поедет Мозер, вот эти вот двое. Давайте, ребят, Парк Дезайр, покушение убийства. Да, это дантист, маньяк, я все помню, блядь. Буддийский храм.
Неряшливого вида мужчина ворвался в храм с криками «Получите, лысые миролюбивые ублюдки!» Я ранил двух служителей. Очевидец обратился в полицию, сразу же убежал туда, но не успел заметить, что... Но успел заметить, что открыл огонь по налетчику ответный. Ого. Стовал, вандал, берите жмыхов с собой и берча. Езжайте. В случае чего, Стовал, запрашиваю подкрепление. Вандал не такой жесткий, как ты пока. Да-да, там я понял. Дантист гонится, ага. Все как всегда. Ну-ка. Отчет. Парень на очках был просто на пробежке, а звуки перфоратора доносились со стройки неподалеку. Ну, я же говорю, дантист. Магазин продавец заметил странного мужчину возле витрины с дрелями. Он похож на того мужика, что в новостях зовут дантист. По крайней мере, со спины он напевает какую-то дьявольскую песенку, боюсь к нему подходить. Ясно. Бля, я смотрю, люди времени зря не теряют. Давайте-ка мне вот эту последняя класс просто. Снова в деле, бля. Снова в деле. Хорошо. Хорошо, родная. Нашли, да? Нашли дантистом спрятанную улику. Это Библия. Открыть расследование. Что нам дает эта вонючая Библия? А, на цепи, цепи. Значит, цепями было сковано, все понятно. Следовательно, тут у нас... Что же было тут, как вы думаете? Даже не знаю, бля. Придется угадывать тут. Ну тут я нашел. Прекрасно. В центре храма лежат два раненых монаха, а в углу стонет раненый пожилой мужчина, рядом с которым лежит пистолет. Возле монахов видны пятна крови, след которых уходит влево. Вызвать скорую. Внутри небольшого помещения лежит неряшливый видом мужчина и бормочет что-то про бога. Он ранен, рядом с ним лежит разряженный пистолет. А смотри, медленно подойти, отдвинуть преступника оружия. Приказать ему отдвинуть... А то смотри, другие... Бля, ну рядом с ним разряженный пистолет лежит. Отодвинуть оружие. Порядок. Офицеры невредимы, все хорошо, у всех по десяточке. Ах, блядь, животное. Так, давайте-ка мы назначим этих ребят на переподготовку, потому что это вообще какой-то ужас. Я готов за них заплатить. Я просто готов за них заплатить. Так, полицейская академия, да, хочу. Усача, пожалуйста. Усача на переподготовку и Че. Ладно, Чавос повисит тогда. Мимоходом. Если этот парень сдаст, то можно и Чавос отправить. Подозрительный индивидуум, я не верю. Я не верю в подозрительных индивидуумов. Заканчивай, шеп. На своем ресторане бывают какие-то пьяные отморозки. Пусть полиция научит их хорошим манерам. Ладно, Томми, съедешь? Подозрительный индивидуум, отчет. Это был обычный студент, он набивался ты из Металлика. Ну, парень просто любит металл. Хотя, по сути, Металлика, это не то, чтобы прямо металл. Ну ладно, неважно. Тяжелый рок, скорее, какой-нибудь, да? Да. Что-то день идеальный. Смену укомплектовал. Сторож с городской свалки стартует для встречи двух бандитских группировок. Предложительный из Восточной Европы. Предводитель одной из банды потребует из пакета белый порошок. Сторож не разглядел, сколько там людей, насчитал 4 машины. Сторож с городской свалки стартует для встречи двух бандитских... Предложительный из Восточной Европы. Предводитель одной банды пробует из пакета белый порошок. Сторож не разглядел, сколько там людей, насчитал 4 машины, блядь. Нихуя себе. Если честно, опять же, похоже на какое-то наебалово. Бля, не, гист, берч. Берите лучше жмыхов с собой. Со жмыхами веселее. Спецназ с вами, ребят. Накроем. Если накроем всю эту пиздобратью, то вообще будет песня. Пару группировок. Мне сразу премию дадут 1050. И по телеку снимут. Похоже на ложную тревогу. Очень похоже. Там скажут, белый порошок, это там, я не знаю, сахарная пудра. Это цирк там устраивает гастроли рядом со свалкой. Ох, ебать, нет, это был пиздец. И клоуны решили пока попробовать сахарную вату. Бандиты начали перестрелку, и пока не обращают внимания на полицию. Некоторые из них ведут себя как безумцы и стреляют во всех сторон. Достать громкоговоритель и приказать прекратить огонь. Это кино снимают, блядь. Раненый бандит бежит к полиции. Одной рукой зажимает рану, а в другой у него пистолет, который он направляет на всех подряд. Парень явно на себе, зрачки расширены, кричит, что на непонятном языке. Блядь, да электрошок ему нахуй. 11-11, готово. Молодцы, парни. У меня всегда, если что-то происходит, это кино снимают. Я не знаю. Кто ж знал. Все, завтра жду репортеров про прекрасную операцию, которую я спланировал. Склад в порту. На основном помещении, в котором числится неиспользуемая, сработала сигнализация. Эверетс, Гист, Фарней. Блять, тут, наверное, Фарнея можно и оставить. Втроем съезжайте, если что, вызывайте помощь, я всех пришлю. Как раз ребята вернутся.
Сейчас просто еще тельце появится, я уверен. О, как в воду глядел. Так, парни приехали. На понутке информатора хранили краденого имущества. Стало известно, что в заброшенном доме пригороде отгрузили крупную партию импортного алкоголя, который накануне украли из порта. Сейчас товар готовят к передаче на мелкие точки сбыта. В доме находится как минимум 5 вооруженных охранников. Но, ребята, ну с одного дела я вас зову сразу на другое. Поехали. Уильям Сифорне, если что, на подкрепе на склад. Что-то сильно я раскидал силы, но я хочу, чтобы все качнулись, вы же понимаете. Все должны у меня набираться опыта. Ограбление отчет. Еще действительно заброшено, видимо, что закоротило проводку и сигнал... А, ну все. Сигнализация ожила, видите. Ничего интересного, просто... Проводку замкнуло, блядь. Кто ж знал, нахуй, дождя нет, а проводку замкнуло. О, берите еще парочку, да. Может, вам автозак бы еще надо было дать? Или это? Спецназеров. Спецназеры готовы работать, просто не покладая рук. Ну, это последнее, последнее дело. Он под крепо едет. Ща под крепо доедет, и все станет ясно. Бля, до 3 часов ночи пашем, ебаный стыд. Давай посмотрим, что там, отчет. Отчет мне быстро. Поработали. Молодцы, ребята, никого? Все, никто не вредим, не вредим, по десятке. Хорошо. Добыча алкоголь. Все продаем, блядь. Мне нужны бабки. Так, смена Б, смена А, нормально, завершаем день. Смены укомплектованы по максимуму, бля. Эти два мега-офицера, которые пришли ко мне на биржу труда, я просто послал их Господь. Дантист убил бывшую секретаршу Морожеса. Бывший секретарь Морожеса жестоко убит, а 3-летний жулик перестал, а 3-летний жертв... Бля, хорош писать об этом! Вы все об этом пишете, потом народ охуевает, ходит по городу. Без корня и трава. Да я помню, ну. Что делается, бля, товарищи, давайте попроще. В доме подкапывает из трубы, мне нужно дождаться сантехника. Отпустите. Блять, подкапывает или течет? Блять, ведро поставь. Нет, ты первый день на работе, нельзя. Так, а что ты такой уставший, скажи мне? Подожди, кто ты такой? Парни, кто это, блять? Я его не помню. Ладно. Кто это такой? Снова в деле, йоу. Снова в деле. Моя любимая теперь пластинка. После зелененьких, конечно. Так. Цари насыпала. Насыпала. Я всегда знал, что смена Б сможет выкарабкаться из того тюрьма, в которую она попала. Ладно, пора копить деньги. На переподготовку, пока у меня нет денег на вас. Пригород. Вот здесь магазин электроники Генри Харкер сообщил, что два молодых человека собирают в своем гараже компьютеры и продают их, не зарегистрировав компанию. Это выскочка вместе со своим толстым другом пытаются уничтожить свой бизнес, сделать дешевый контрафакт и вводя потенциальных клиентов в заблуждение. Эти мошенников плевать на закон. Ну, господи. Кук. Дегар. Вдвоем разберетесь, там я уверен. Кук-то перестал отпрашиваться. Велла. Я имею 3 звания? Это Элиас Велла. Да, это мужчина все-таки. Есть проблемы с алкоголем. Ебать, я бухарь. Тут неизвестно, блядь. У Веллы проблемы с алкоголем. Неожиданно, неожиданно. Я не думал, что я бухаю. А у тебя какие-то проблемы есть? Неизвестно. Писи. Это такое ебало кирпичом. Ладно, посмотрим, как вы у меня справитесь с работкой. Мэрия, нарушение общественного порядка. О, господи. В гараже явно идет какая-то работа, это вообще много шума, но стук никто не отвечает. Выломать ворота, включить сирену. Откройте ворота, блядь! Внутри нескольких студентов сидят в завалах компьютерных плат и что-то паяют. Что здесь происходит, блядь? Готово. Так, нарушение общественного порядка. Мэрия. В здании мэрии вошла женщина с газиком, с тазиком. Набрала в него горячей воды в туалете и начала мыть себе голову прямо возле приемной. Охранник вызвал полицию, сообщил, что таким образом женщина протестует против того, чтобы в ее доме уже 2 месяца нет горячей воды из-за аварии, которую городские власти обещают лишь устранить. Ну ладно, езжай, проверим тебя. Проверим тебя в деле. У тебя как раз кран подкапывает там. И сантехника заодно вызовешь из мэрии. Думаю, профессионализма 400 хватит. А если отправить там, вот на это здание, отправить человека со 100 профессионализмом, там что, он умрет там? Он, блядь, все, преступник сбежал, офицер погиб? Нарушение общественного порядка, преступник пойман, молодцы. Офицер, ну 410, замечательно. Плейтоник. Ну, у вас и фамилии иногда. А кто со мной с самого начала? Мефорд со мной с самого начала, по-моему.
Пауэрс, хотя хуй знает Пауэрс, Янси может, не уверен, Янси, по-моему, я купил. Я точно помню, что Мэффорд у меня еще с самого начала сторожило тут. Что там по детективам, новых не прибавилось, не жмыхи. Что-то дни летят, просто капец. Не дни, а песни, да? Вообще тишина, да покой. Слышь, секретарша Мили, у меня, пожалуйста, вискарика. 2 по 50. Центр города, угроза физическому здоровью. Прохожий заметил подозрительную рощу, который орудует перфоратом в опасной близости от проезжей части. У него каска надвинута на самые глаза, но у меня идеальная память на лице, я узнал его. Это дантист. И кажется, что он вот-вот выскочит на дорогу и начнет сверлить автомобиль. Блять, 11-11. Кинотеатр Last Pictures Show. Кассир кинотеатра Эл Муди обратил внимание на подозрительные фургоны, мимо которого периодически проходят люди и что-то покупают. Но боится, что возле места обосновались наркоторговцы. Ну, сейчас узнаем. Я уверен, это пончики, блядь, продают, да? Блядь, я их двоих отправил. Ну ладно, надеюсь, все будет в порядке. Пауэрс, ты, если что, отвечаешь головой за эту всю хуйню. Периодически что-то покупают. Там кофе продают, блядь, в фургоне, я уверен. Просто офицеров дохуя, почему бы не отправить? Даже на это, я даже думал на это отправить что-нибудь. Вот-вот, блядь, бросится сверлить автомобили. Нападение. Дальнобойщик видел в своем сэндвиче дохлого таракана и озверел. Он схватил за волос официантку и стал бить ее головой о стол. В полицию позвонила хозяйка придорожной, говорит, поспешите, он скоро возьмется. Правильно, блядь, не, ну чё, даже не поедем? Ну а хуй надо? Хули вы, блядь, сэндвичи с тараканами? Фугурай, что идет костык возле кинотеатра, выглядит пустым. Подойти тихо, постучать в дверь. Внутри фургона кто-то начал двигаться. Подбежать к водителю, достать оружие и прикрыть немедленно. Ну-ка, вышел нахуй! 11-11, молодцы, парни. Мэтфорд 405. Поздравляю, мальчик мой, блядь. Остин, ты вот когда была Остин, ты же знаешь, что ты был моим любимым неубрачным сыном. Ладно, на заправку надо съездить. Янси, Дегар, Уайт, вперед, вперед. Что случилось? Угроза физическому здоровью. Рабочий ремонтил дорогу, никому не угрожал, очевидно. Нужно как бы это, основные силы тоже потренировать немножко. То Янси весь день сегодня курит. Я тут подумал, можно было даже отпустить Плейтоника с таким... Я не знал, что у меня так мощно, если закучный дисборгер. Девушка утверждает, что с этим столиком сидит тот жуткий маньяк из телевизора и пялится на ее ноги. У него рабочая сумка на плече, в ней проступают контуры дрели. Блять, это же дантист, парни. Жмихи, ну-ка поехали, блять. Ловите дантиста. Чтоб дантиста меня поймали, понятно, уроды? Если это не дантист, то вам пиздец. Нападение отчет. Все, скрутили дальнобойщицу. А теперь отпустите его. Теперь отпустите. Пригород по зрителю не видел. Оу, бля, парни, это же дантист снова. Странный таксист привез меня домой еще долго. Уже не уезжал и смотрел в мою окно. Будь то маньяк придет ко мне ночью со своей дверью. Пожалуйста, приезжайте скорее, блядь. Бля, дантист. Ну-ка, поехали быстро, это же дантист. Мы наконец-то поймаем дантиста, товарищи. Уважаемые зрители, блядь. Я Шус и малуем дантиста. Ну-ка, да чё-то, мужчина оказался рабочим заводом, у меня сумки нет ничего, кроме... Блять, я думал, это дантист. Почти угадал. Не, ну второй ты таксист точно дантист, блять. Я уверен. Сейчас вот эти ребята его возьмут. Ребята, возьмите дантиста. Ну-ка, возьмите мне дантиста. Давай. Это он. Поймал дантиста! Таксист долго никуда не жал, потому что решил перекусить домашним сэндвичем. Блять, я думал, дантист. Что ты будешь делать-то, а? Завершить день. Чекпоинт. 73-й день, сентябрь. Пьяный пожарник поливал пешеходов из шланга. Прекрасно. Ледовая арена Кристофера Гессенда примет книжную ярмарку. Замечательно, мистер Сен. Школьный автобус въехал в кондитерскую лавку. Ёбаный стыд. Они что, пьяные там? Баранов на пикник не приглашают. Баранов. Уильямс. Вчера скончался мой пес, я ужасно подавлен. Могу, да, езжай. Нормально, справимся без тебя. Скончался пес у парня. Fire in the brain. Запускай. Огонь в мозгах. Бля, сегодня я точно поймаю дантиста, бля. Вы думаете, не поймаю, я уверен. Ваша доля. На, держи, пацаны. Мэрия, сми детективов. Да хуй, похороны. Прости, Берт. Берт, братишка, блядь. Я правда. Бля, Берт, я не хотел. Ты-то, блядь, ты-то ни в чем. Ни в чем не виноват! Блять! Блять, он похож на байкера в законе! Ладно, Берт.
Мне жаль, правда. Это моя ошибка, Берт. Это моя ошибка. И только я за нее отвечаю. Ты погиб, потому что... Ни за что. За мои грехи. Жилой квартал убийства. Ну, наконец-то. Ньюбери. Минди Рис возвращалась с работы после полуночи, наткнулась на мужской труп, лежащий в переулке возле ее дома. Выезжаем, парни. Только не вздумайте там отъехать. Если это дантист, просто не вздумайте там отъехать. Для Берда жалко. Торговый центр Everyday. Известную порноактрису Бетти Белли поймали за воровством в магазине нижнего белья. Все воронные вещи она надела на себя и не собирается снимать их и платить. О, это работало для Эвертса. Поехал Томми. Разберешься там, да? Ну как, когда я гляну. О, все, Томми. Это здание ты не должен завалить. Ты идеально под него подходишь. Это началось. Так, труп. Отрублена кисть правой руки, под коленями синяки, в груди три отверстия. А пуль, вокруг много крови. Мистерис, мистерис, я не сразу узнала, но это мой сет лежит. Эдгар Санчес. Часто встречала его вместе с мужеподобной опасной на вид женщиной, почти все время громко ссорились почти с ней. Помню еще, у нее была уродливая тропка на шее в виде АК-47. Мистер Джонс, бомж. Меня разбудил чей-то... Мистер Джонс? Принц Джонс, бомж. Меня разбудил чей-то источный вопль, но когда я вылез из своей коробки, все уже стихло. Я заметил только спину человека с пистолетом за поясом, который торопливо садился в крутую тачку. Фигура вроде мужская, но волосы длинные, хер поймешь, сколько разостика, ага. Мистер Склар, домовладелец. На днях я заметил, как Эдгар Санчес спорил на улице с каким-то странным чуваком в капюшоне и с тростью. Чувак пораскнул Эдгара тростью в живот, я уж думал вызвать копов. Как парни пожали друг другу руки и зашлись. Эдгар всегда платил за квартиру вовремя наличными, хотя нигде не работал. Думаю, он был связан с наркотой или еще чем-то незнаком. Медэксперт. Кисть была отделана от тела, пока Эдгар Санчес был еще жив. Ровные, какая ран... Ровные края раны указывают на то, что сделали это одним резким ударом. Синяки подкопленной области появились от удара твердым предметом, вроде дубинки. Похоже, преступник сперва повалил на асфальт через одну секунду. Йоу, сори, вернулся. Так, повалил сушит на асфальт. Ладно, медэксперт, спасибо большое, продолжаем работу. Дернулся слегка, ну там надо было. Так, Эверетт сейчас с порнозвездой у меня будет разбираться. Ну, да, Эверетт, посмотрим. А будут картинки? Я хочу картинки. Томми, давай с картинками, чтобы было дело, ладно? А я тебе потом... Бля, Томми, ты просто сказка. Дама... Что? Что это такое? Бля, ребят, сори за музыку, что такая эта хуйня пошла. Дама ведет себя вызывающий офицер. Хотите снять это все с меня сами? Надеть на порноактрису наручники. Готово. Молодец, Эверетт. Ты почти сделал это, сынок. Я в тебе не сомневался. Так, композиции. Виски. Белый русский. Феннобрейн. Быстро мистер Ти. Ну, а это чёрненько ещё. Поспокухи. У нас сегодня как раз получилось 3 дня, а не 2. Оу, щит, бро. Шоссе. О, едем зарабатывать. Джек, дружище, у нас в полицейской академии часть персонала свалил желудочный грипп. Сегодня планируется огромный приток новобранцев. Нам катастрофически не хватает рук. Помоги старому другу. Пришли 5 своих толковых ребят, которые помогут с организационными вопросами, подготовкой новичков. Стоул, Вандал, Сесиль. Гист. Езжайте, парни. Бля, без них будет очень тяжело, но надо что-то делать. Надеюсь, будет сегодня очень много вызовов с дантистом. Воу, щит. Мошенничество. Собор Сент-Джонса. Позвонил священник и сообщил, что прямо на ступеньках собора какая-то женщина подает в его прихожанам золотые билеты в рай. 50 баксов за штуку. Какая низ, богохуйственная, меня рисуется за душу душу. Уезжайте. Интересно, два жмыха справятся, как думаете? Пригород убийства. Вот это проблема. Садовник увидел, как молодая жена сталкивает бассейн своего пожилого мужа. Ебать! Томми! Томми, пожалуйста, сделай там все. Очень прошу тебя, Том. Это вообще отчет? Шеф, это был просто сумасшедший денек. О, повысили Берча и Сесиля. Сесиль, 1000 заработал. Сумасшедший денек, но мы были рады приложить руку к подготовке будущих офицеров. Да, честно говоря, мы и сами многому чему научились. А он Стоул и Вандал знатно опозорились. И комендант заставил их остаться на обучении. Стоул, Вандал? Даже Берч сдал, блядь. Вы чё? Стоул? Ты чё, урод? А ну, вы вернётесь-то сегодня? Или вы уже всё? Они, походу, остались там до конца. Блин, день. На ступеньках собора стоит женщина, и к ней тянется огромная очередь. Скажи женщине, что нужно проехать участок. Знаете, очередь? Скидочку, пожалуйста! В участок поехали.
Мошенничество замечает полицию, бросает толпу охапку золотых билетов и убегает. Люди стараются схватить больше билетов и мешают полиции. Именем Господа Бога остановитесь! Молодцы, ребята! Молодцы! Чабыс! Два жмыха справились! Убийство, отчет. Молодцы. Главное, дедушку спасли. В бассейн столкнула мужа-инвалида, капец. А жена молодая была? По-моему, молодая. Так, вроде день почти-то остался. Съесили вандала, опозорились, жесть какая. Я думал, Берч может опозориться, а Берч молодчина. Парковка. Пожилая женщина сообщила, что на парковке двое мужчин в деловых костюмах крутятся возле машины, пытаясь в нее попасть. У тебя башка дырявая. Ну что нам теперь делать? Окно разбивать? Предала женщина, послушно ждем мужчин. Пожилая женщина сообщила, что на парковке двое мужчин в деловых костюмах крутятся возле машины, пытаясь в нее попасть. У тебя башка дырявая. Что нам теперь делать? Окно разбивать? Это их машина. Это их машина. Ночной клуб Люцифер in the Skies with Lizard. Люцифер в небесах вместе с ящерицами. Это же охуенное название. На концерте местной метал-группы Plunger in the Desert. Блять, одно лучше другого. Из толпы выкнули что-то оскорбительное для барабанщика. И тот обиделся и швырнул зрителей бас-бочку. Началась драка, некоторые ломнулись на сцену, что разорвал смысл. Ну так автозак туда, Эвертс, Форней, все кто есть, ребят, поехали. Если вам нужна помощь, ну вы уж как-нибудь сами. Стреляйте в воздух, разрешаю. Серьезно. Та-да-тан. 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 Та-да-дан. Гей-клуб Unicorns of Arcadia. Десяток бритоголовых парней подстригли двух мужчин, что выходили из гей-клуба, набросили на них. Вмешалась охрана, началась драка, которая... Бля. Ну, я смотрю, геи посопротивляются еще 30 секунд. Жилой квартал. Массовая драка, отчет. Хорош! Ну-ка давайте быстро сюда, нам теперь еще в гей-клуб. А может вы, слышь, не езжайте прямо из гей, прямо оттуда в гей-клуб. Жилой квартал, подозрительный индивидуум. Дантист, пусть это будет дантист. Шанг Мао выносил мусор из квартиры, видел четырех мужчин в дорогих костюмах, которые выбили соседскую дверь и зашли внутрь. Один из них заметил миссис Мао, подошел к ней, вежливо предложил ей все забыть, добавив, что с батальными людьми часто случаются очень жуткие несчастные случаи. Вскоре из квартиры соседа послышались страшные крики, кажется, приглушенные выстрелы. Бля, мне так не хватает офицеров. Попытка угона, это явно там просто, ребят, отчет убийства. О, замечательно. Так, у нас есть черный мужчина, белый. И нет, одним ударом отсекли. Это все хуйня, потом посмотрю. Явно что-то здесь есть, конечно, но это все. Попытка угона. Один из патрульных оказался хозяин машины, который выключил внутри. Все очевидно. Так, приезжайте, ребят. Бля, ну я очень надеюсь, что пидоры меня простят. Ну тут просто реально надо ехать. Вы, конечно, у вас там охрана есть. Надеюсь, никто сильно не пострадает. Массовая драка, отчет. Пропустить. Преступник скрылся. Бля, ну, видите как. Нехорошо получилось, но людей не хватило. Вы же меня ж, что же, поймите же, ну, люди-то ж не железные. Не кажется ли, здесь у меня офицеров гораздо меньше, чем в первой смене? Эта смена... Ситуация оказалась куда серьезнее. Никого. Отказаться. Спасибо большое, молодцы. Молодцы, вот ты молодец. Кокаин продаем, конечно, продаем. Завершаем день на сегодня. Так, в смене Б у меня реально что-то офицеров-то подприбавилось. Жалко, что я не могу никак вас сейчас перетасом. Могу прикрыть работать завтра. Прикажу работать завтра. Дегару и Кугарани. Не, и Шену. Пусть там, он и так не отдохнувший. Да? Да, нужно одного офицера будет перекинуть из смены Б, а то я что-то слишком сильно их укрепил. Или вот этих вот двоих забрать. Этих двух жмухов просто заберу, Андервуда и Шену, и все. И будет у меня хорошая сменка и тут, и там. Да, так и сделаем. Завершаем день. 74-й день уже так быстро. Чё-то сегодня, ребята, без катсценок. Цена на школьный учебник выросла в 2020. Муниципалитет выделил 2 миллиона на ремонт аэропорта. Больше видится на расстоянии. Синоптики обещают рекордный заморозок. Ладно, ребят, спасибо большое, что были со мной. Доброго всем ФПС. С вами был я, Шус. Сегодня без катсцен. Всем спасибо. Я брал вчера выходной. Извините. Всем пока.